У одних традиционная линейка, у других настоящий спортивный праздник в честь начала нового учебного года. Этим утром волейбольный «Зенит» поздравил воспитанников Центра содействия семейного воспитанию номер 12. Уже почти два года клуб входит в попечительский совет центра, регулярно проводит встречи с детьми, устраивает мастер-классы и приглашает на домашние матчи. Сегодня игроки «Зенита» рассказали ученикам о том, как добиваться спортивных побед, и провели автограф-сессию.